преддверии Дня Победы в Минске стартовал масштабный велопробег. Участники финишировали на площади Победы, отдав дань памяти погибшим героям. Это уже стало доброй традицией. Третий год подряд, в канун 9 мая, мы из разных точек нашего любимого города стартуем. Все руководители наших государственных коммунальных предприятий и приезжаем все в одну точку, на площадь Победы. Сегодня тоже прекрасное утро. Мы избрали новый маршрут. В городе надо еще много-многое сделать. Многое сделано, но еще многое предстоит сделать. Поэтому вот в том числе и городские руководители видят реально, что надо доработать, где надо что исправить. Поэтому вот этот пробег, он признан и в том числе и для этого. Год исторической памяти. Личным примером открываем, показываем велосезон. Ну и, конечно же, 9 мая. Это низкий поклон нашим дедам, прадедам, которые сегодня отстояли мирное небо над нашей головой. Моего вообще поколения приходили ветераны в школу и рассказывали о этих страшных событиях, которые проходили в 41-45 года. Конечно, более младшему поколению, как моему сыну, уже намного сложнее это воспринимать только из рассказов уже родителей, рассказов бабушек. Каждый белорус знает, что Великая Отечественная война – это подвиг белорусского народа, и это боль белорусского народа. Было интересно посмотреть, почтить память. Было приятно то, что удостоили такой чести. Мы не так сильно воспринимаем, хотя надо воспринимать серьезно, потому что это очень плохо и страшно. Сегодня, конечно же, велопробег был посвящен именно празднику Победы, году исторической памяти. Как никогда, вот таким примером можно показывать всему нашему поколению то, что помним, чтим, уважаем подвиги наших дедов и то, что они достигали таким вот тяжелым трудом. Вот. А вообще хотел всех участников поздравить с таким замечательным праздником. Сегодня сама даже погода говорит о том, что пора заниматься собой, спортом.